Уважаемые друзья, прежде чем начать наш разговор сегодняшний, хочу обратить ваше особое внимание на регламент нашей сегодняшней работы. Есть два предложения. Я очень прошу, чтобы вы внимательно их выслушали. Поскольку форма нашего разговора, вы видите, соответствующая, есть предложение, первое, привести наше сегодняшнее совещание традиционно. Узкий состав, расширенный состав, между ними какая-то пауза, перерыв, все как было. Или же мы можем объединить узкий и расширенный состав, тем более секретов-то нет, и провести единое заседание, никого не выставляя за дверь сейчас из делегаций. Поэтому давайте определимся, или мы будем проводить узкое, а потом расширенное заседание и так далее, или же мы объединим эти два заседания как единое целое и по единой повестке проведем это заседание. Пожалуйста, я хотел бы, чтобы вы выразили свое мнение по регламенту проведения сегодняшнего заседания. Владимир Владимирович, вы как считаете? Вы у нас сегодня председатель, поэтому я соглашусь с вашим предложением. Спасибо. Президент Казахстана. Если мы будем объединять две повестки, так сказать, вместе, то есть узкий состав, расширенный состав, то каждому президенту можно дать слово, ну как бы выступить одновременно по двум вопросам. Вот и все. Абсолютно с вами согласен. Президент вправе выступать по всем вопросам и сколько он захочет раз. Мы никогда не ограничивали, это наша традиция. Принимается. Пожалуйста, Кыргызстан, президент Кыргызстана. Уважаемые коллеги, уважаемый Александр Григорьевич, приветствую всех вас. У меня одно выступление, я выступлю на расширенном заседании. Понятно. Ну, мы и проведем тогда расширенное заседание. Пожалуйста, Армения. Уважаемые коллеги, приветствую всех. Согласен с вашим предложением. Спасибо. Спасибо большое. Тогда я попрошу, чтобы президент Молдовы подключился к нашему разговору. Я готов к любому формату и готов провести как единое совещание. Это сэкономит время, действительно, которое для нас очень важно сейчас.